Всем привет! Меня зовут Николаева Мария Юрьевна, я из города Санкт-Петербург, мне 33 года. Вообще по профессии я художник-реставратор, очень хотела работать по профессии, но, к сожалению, в Санкт-Петербурге это можно сделать только по блату. Вот. Дальше получила образование художник-оформитель, и очень долго рисовала сама матрешки. Мы с ребятами открыли свою мастерскую, раскрутили ее, но из-за пандемии, к сожалению, пришлось ее закрыть. Искала подработку, либо работу, пришла в компанию Тиен. Когда познакомилась с наставником, поняла, что если у молодой девчонки получились такие классные результаты, почему не может у меня? Вот, мне очень захотелось развиваться именно в молодой компании, я имела в виду людей, да, которые были рядом со мной. Вот, от них заряжалась как раз энергией, и очень хорошие результаты пошли. Сейчас у меня очень большие цели поставлены впереди. У меня двое детей, мне нужно их обеспечивать. В планах это купить хорошую квартиру в центре города, чтобы нам было комфортно, уютно, чтобы можно было приглашать друзей, знакомых. Вот. Так еще самая такая глобальная цель, которая меня греет, это помочь людям с ограниченными возможностями развивать как раз свои таланты, потому что на это очень мало уделяют внимания и времени, к сожалению, в нашей стране. Все, всем удачи!